принцесса Феодора. Пусть Господь защитит вас, пока меня нет рядом. Эй, меня подождите! Помогает сам дьявол! Убейте их! Оно знавало лучшие времена. Эстебан, в одиночку я не справлюсь. Иду! Совсем как новое. Оружие видало виды. Совсем как новое. Принцесса, слава богу, вы целы. Принцесса, пусть вы безмолвствуете, но ваши глаза красноречивы, и я счастлив, что вы рады меня видеть. Принцесса, у вас находится одна вещь, значение которой огромно. Это одна из священных реликвий Господа, некий венец. Можете указать нам, где его искать? Ему можно доверять, принцесса. Он связан словом тамплиера. Дебейль! Я знаю, что ты здесь! Последний раз я слышал этот голос, когда он угасал под обломками огромной колонны. Не говори мне, что... Дебейль, не будь глупцом!
Мы все еще можем договориться. Ты можешь меня хотя бы выслушать? Слушай, Татики, у Бонифация нет никаких реликвий. Он больше не представляет угрозы. Нам нечего бояться встречи с ним. Бонифаций, ты потерял все и никак не угомонишься. О чем нам договариваться, если тебе нечего предложить? Мне нечего предложить? Сейчас я тебя удивлю. Пока ты бегал в поисках принцессы, я нашел то, что она хранила. Терновый венец. Я вижу только крест, Бонифаций. Болван. Терновый венец давно истлел. Остались только окаменевшие шипы. Венец Христов. Так вот, какую святыню мы искали. О да. Кто бы мог подумать, что такая невзрачная вещица может оказаться святыней? Дебейль, ты давно хотел разузнать, каковы мои истинные замыслы. Сейчас я тебя познакомлю со своим другом. Он втрое крупнее тебя и не очень разговорчив, но вы найдете общий язык. В конце концов, ты помог мне окончательно составить эту головоломку. Тебя послал мне сам Господь. Итак, Дебейль, узри истинное могущество святынь! Дьявол приближается! Демон бездонных глубин преисподней! Ты меня утомил, Дебей. Пора навсегда от тебя избавиться. Дебейль, все еще не готов прийти к соглашению. Я отдам тебе реликвии. Отпусти Стефана! Вижу, ты понимаешь, когда можно упрямиться, а когда уже нет. Отдавай реликвии. Живо! Что ж, Дебейль, я уже говорил, тебе понравится мой приятель. Думаю, ты ему тоже придешься по душе. Развлекайтесь, мальчики. Эстебан! Ты снова спас мне жизнь, Дэнс. Так я никогда с тобой не разочтусь. Ты давно со мной в расчете, Эстебан. И сейчас снова поможешь. В одиночку я не справлюсь. Окружаем его, Эстебан! Бей его по ногам! Но бить по голове у меня все равно росту не хватит, он...
состоянии. Нужно другое. Я безоружен. Дэнс, я знаю, как важны были для тебя эти реликвии. Словом, спасибо, что опять спас меня, амиго. Хватит, друг. Ты бы сделал для меня то же самое. Веди, омбре. Старый трус наверняка уже ждет нас. Коль скоро мы разобрались с его чудищем, сможем разобраться и с ним.